Брестский государственный торгово-технологический колледж – одно из ведущих учебных заведений региона, где готовят квалифицированные кадры для пищевой промышленности. Учебное заведение со сформировавшимися педагогическими традициями пользуется авторитетом как у студентов, так и у абитуриентов. Не последнюю роль здесь играет материально-техническая база. Современный ресурсный центр оборудован по последнему слову техники. Параллельно здесь могут проходить занятия у почти трех десятков обучающихся. Здесь для каждого курса, для каждой группы отведено максимум времени, максимум возможности для отработки знаний, умений, которые им понадобятся в будущем при работе на предприятиях. В последнее время приходят ребята, которые заинтересованы в нашей профессии. Сейчас очень модно стало такое движение, как World Skills. Это все афишируется по телевидению, об этом всем рассказывается в учебных заведениях. И многие ребята видят то, что в Беларуси у нас и вообще в городе развивается тенденция общественного питания. Многие идут узнать очень много нового и интересного. Поэтому к нам приходят ребята, которые уже в основном нацелены на достижение успеха в данной специальности. Это как по специальности повар, так же по специальности кондитер. Каждый второй поступающий в Брестский государственный торгово-технологический колледж видит себя в ближайшем будущем поваром или кондитером. Что отмечают преподаватели, ребята в своем большинстве мотивированные. Они активно наблюдают за культурой общественного питания в городе, следят за тенденциями в ресторанном деле, поэтому видят, понимают и знают, что будут востребованы на рынке труда. Распределение по итогу обучения здесь 100%, а это значит, что каждый будет обеспечен первым рабочим местом. Вообще очень много информации, очень много разного нового узнаю. Это действительно очень интересно, узнаешь разные секреты. Действительно хорошая профессия и доступно объясняют, все очень легко на самом деле. Главное учить и все. Востребованность огромная по профессиям общественного питания, особенно по поварам. Повар-кондитер – это наиболее востребованная сейчас профессия. Причем трудоустройство, я хочу сразу сказать, что 100%. Все обеспечиваются учащейся работой. Выпечка и десерты, кремы и горячие блюда. Ассортиментный перечень, осваиваемый учащимися в процессе обучения в колледже, достаточно большой. Так как Брестская учебная база одна из лучших в регионе, сюда на стажировку приезжают и ребята из аналогичных учебных заведений региона. В своем большинстве любовь к поварскому делу у ребят заложена в детстве мамами. От простых бутербродов и омлета теперь они переходят к более сложным вариациям. С удовольствием экспериментируют и где-то по-своему творят. Мама показала, как приготовить блюдо, ну и я начала пробовать, пошло и поехала дальше. Мне больше всего нравится готовить дома, как бы, родителям помогать. По праздникам буду готовить. Работа повара, кулинара сродни как работа художника, потому что это творчество. Ни один, так сказать, человек или не один повар, который и дома даже готовит хозяйка, если взять, так сказать, блюда, и они не похожи друг на друга. Поэтому это действительно художественное творчество. И проводя вот здесь у нас в ресурсном центре конкурсы профессионального мастерства, и областные, и городские, любые конкурсы, мы видим, когда к нам приезжают, и мы проводили здесь и международные конкурсы, участвовали, так сказать, у нас с учебных заведений, рядом наших соседей из стран, ну, то, что каждый готовил, в принципе, интересно, красиво, это действительно было художественное творчество. Именно здесь, в учебной лаборатории, и начинается профессиональная история каждого, кто выбрал для себя ремесло повара. Как и когда появилась эта профессия, сказать сложно, ведь отчасти к ней причастен каждый из нас. А вот кулинарная муза, покровительствующая старейшему ремеслу, по-прежнему заботится о том, чтобы еда была вкусной и полезной. Не случайно говорят, добрый повар стоит доктора. День повара – это торжество и для кулинарных маэстро, и для гурманов, ведь жить вкусно всегда здорово.